Казахстанцы могут стать свидетелями самых громких судебных процессов. На 31-м канале стартовал проект «Суд идет». Участники разбирают запутанные дела. В проекте все как в настоящем суде. Обвиняемые, пострадавшие, прокуроры и адвокаты. В нашей жизни бывают разные ситуации, семейные конфликты, разводы, раздел имущества и многое другое. И отстаивать свои права должен уметь каждый. А разобраться в тонкостях законодательства помогут участники программы «Суд идет». Вынести справедливый вердикт всегда сложнее, чем кажется. На чьей стороне окажется правда? Смотрите по будням в 17:00 на 31-м канале. Проект «Суд идет». Для граждан будет понятно, как проводится процесс, какие права существуют у каждой стороны. Поэтому не надо бояться. Необходимо отстаивать свои интересы в законном и правовом русле.